Так, всем привет. Сегодня у нас 2 октября, суббота. Время 2:30 дня. Я нахожусь в ипподроме Акбузат. Конный центр, да, наш уфимский. И я только сегодня узнал, что здесь есть, получается, развлекательный комплекс, парк аттракционов, полет, батутный комплекс полет называется, да? Иногда думаешь, что жизнь, оказывается, мимо тебя проходит, и ты о каких-то событиях узнаешь благодаря тому, что у меня есть дети. То есть сегодня моего ребенка пригласили на день рождения, и я приехал сюда. Если бы не мой ребенок, я бы сюда, наверное, в жизни не приехал и никогда бы не узнал, что здесь такое есть. Итак, давайте покажу. Так. А, разные цвета, да? Так уже не может. А, переключать. Я только приветствую, что попробую. С днем рождения. Ага, понял. Так, давайте такой режим включим. И здесь танцевальный зал. Я не знаю, открыт, нет? Да, открыт. Сейчас свет включу. Ну, такой танцевальный зал. Здесь есть. Так, идем дальше. Комната поздравлений, тачки. А, здесь там люди. Идемте дальше. Здесь получается комната. Поздравления бабочки. Народу много. Так, давайте зайдем. Здесь нужно обязательно сменную обувь. Интересно. Ага. Вау. Эффект такой, что как будто бы тебя тут вращает. Прикольно. Дальше. А. И в сам комплекс попадаешь. Ладно. Ладно. Вау, тут голова кружится. Реально. Идемте дальше. Алло. Инструкторы. Вон наши. Туалет. Раздевалка. Даже можно переключить. Все. Так.
такой комплекс на Акбузате. Сейчас покажу, как все выглядит вот здесь, вот наш Акбузат. Вы видите, да? Все, всем пока.